Меня зовут Вера, мне 32 года, я живу в городе Архангельске и сейчас прохожу обучение на инженера по тестированию в Skype. Я решила сменить кардинально сферу деятельности. Я работала в сфере автобизнеса 7 лет в должности логиста в автосалоне. Я промониторила, мне кажется, школ 50, не меньше. И вот в один прекрасный день я попала на ваш сайт. И тогда моя проблема решилась на самом деле. Я оставила свой телефон и думала, что мне тут же мгновенно придет купон, и я его смогу использовать. Но нет, поступил звонок. Я думаю, нет, я не буду брать. Наверное, сейчас разводить меня начнут. Далее мне пришло сообщение в WhatsApp. Представили, что это вот как раз-таки менеджер. Я думаю, нет, нет, никакой скидки 10 тысяч мне точно никто не сделает. И буквально вот спустя пару дней мне опять раздается звонок, и я, честно говоря, с незнакомых номеров трубку не беру. Здесь волею судьбы. Я ответила. Молодой человек представился менеджером. Ненавязчив был. Он не пытался мне продвинуть курс какой-то конкретной онлайн-школы. Я ему рассказала вот о своих критериях. Он мне потом по итогу разговора отправил в WhatsApp несколько предложений. Это вот уже из, там, из 50 школ мы остановились буквально на 4. И все, потом уже из 4 было намного проще выбрать. Я задавала очень много вопросов. И все, я определилась. Ему сказала, что хочу в Skype.ru. Он тут же передает мгновенно на мои контакты, со мной связываются. Я в этот же день оплачиваю, на следующий день я уже зачислена на курс. Если бы я не взяла тогда, на самом деле не ответила на звонок, то, возможно, я бы до сих пор сейчас искала курс.